разведчик 106-й гвардейской отдельной разведывательной роты. Гвардии красноармеец. Родился 13 августа 1913 года в селе Белая Глина, ныне Белоглинского района Краснодарского края, в крестьянской семье. Русский, окончил 8 классов, работал в родном селе. С 1936 года по 1937 год проходил действительную срочную службу в армии. Вновь призван в июне 1941 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на захваченном плацдарме, Булгакову Андрею Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, медалями, в том числе за отвагу. Скончался 22 мая 1967 года.